10 декабря в новом пространстве Московского театра нации прошел круглый стол «Месть ради перемен», организованный брендом «Пурина». С 1 января 2020 года вступает в силу положение федерального закона об ответственном обращении с животными. Вот об этом отношении к животным, кто виноват и что делать, и шел разговор. В ходе дискуссии эксперты оценили готовность российского общества к изменениям в законодательстве, подвели итоги проделанной за год работы и презентовали лучшие практики в области гуманного решения проблемы безнадзорных животных.